На EMS. Вот она. Погнали. Росленд. Оба, вижу врага. Прием. Найти Хелтерн. Еще. О, да их тут целая куча. Погнали. Опа, граната. Взрывная ракета. Чё, откуда там стреляете? Кстати, мне там что-то, у меня новые какие-то есть. Вот. Эй, да. Нагрудник. Я все еще сижу здесь со сломанной станцией. Где усилитель связи? Что за усилитель связи? Какой тебе нужен усилитель связи? Моя твою не понимай. Наверное, мне сюда. Наш новый страж уже в пути. Я слишком стар, чтобы нянчиться с тобой, Сурая. Наконец-то. Признал, что постарел. Выручил разок, и теперь будет припоминать целую вечность. А, ты, наверное, хотела сказать разок в неделю. Ведь это из-за тебя я посидел. Да-да, продолжай, старичок. Ну чё, ребята, вот и... Я пришел. Встречайте меня. Что-то мало народу. Что-то оружие как-то светиться начинает. Что-то какое-то буйство. Чем больше убиваешь, тем что-то круче становится оружие, что ли? Это, походу, нагрудник, что ли, у меня так работает, который я сейчас поставил, надо будет сейчас посмотреть. Так, это улучшение. Ладно, пока непонятно. Так, куда мне надо? О, привет! Ты меня неужели ждешь? На этом лифте мы можем подняться наверх. Еп! Капец, нифига себе. Придется искать другой путь к Хоторн. Лифт сломался. А здесь-то хоть работает, да? Будь осторожен, падшие те еще падальщики. Они О. готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Понял, спасибо. Опять слишком высоко запрыгнул. А вон и они уже.
Ой, перекинул. Так, мне куда надо-то? Сюда, что ли? Вниз. Ай-яй-яй. Нормально. Так, возрождения не будет, да? Это я понял. Мне не надо умирать, значит. О, взять снайперскую винтовку. Так, я взял снайперскую винтовку. Ага. А патронов нет, отлично, взял бы. Что мне? Эх ты, нифига их там. Справился. А, нет, еще один. Это не разбивается, а то может быть он разбивается. Вот и подарочек для снайперской винтовки. Так, еще ниже надо спуститься, офигеть. Куда еще ниже-то? Эй! Бах! А, нет, это значит пушка такая с накоплением энергии, короче. Блин, прикольная снайперская винтовка, мне нравится прям. А вам нравится, чуваки? Если да, напишите в комментариях, даже если не нравится. Тоже напишите. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Так, что тут дальше? А, ты будешь рад услышать, что падшие покидают рудник. Что такое? Похоже, ты впрямь разворошил осиное гнездо, да? Ага, заминировано все. Мины тут закладывали, блин. Не пройти, не проехать. Мы нашли лифт. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. Так. Нам удастся потихоньку пробраться незаметно, интересно. Вот он лифт. Сейчас, наверное, народ приедет. У меня прям такое ощущение, лифт не знаю работает. Почему. Наверное, нет электричества. Как обычно, блин. И мы потревожили падших. Ну вот.
Найти другой... другого... Найти другой путь к Хохоторн. Мне типа надо наверх, я так предполагаю. Может быть вот здесь типа забираться? Ага, я понял. Ну давай, оп, так. Залази. Встал. Отлично. Теперь сюда. Дальше вон туда. Давай, давай, залазь, ну ты чё? Есть. Эх ты как стреляет, а? Вон он чё. Я тебя вижу, дружище. На. Так, дальше нам куда? Дальше нам... Не свалиться бы. Сюда, наверное. Так. Охренеть. Нет, и не сюда. Понял. Ага. Давай, давай. Я понял. Я вон там какой-то зацеп был. Что такое 5 секунд было? Давай, 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 давай. Я надеюсь, что я правильно делаю. Может, с разгона? Блин, охренеть. Уступы. Ай-яй-яй, я свалился. Блин. Еще раз. Да ты что, не залазишь-то, эй? Так, а мне, может быть, сюда? Нет. Эй, вы заколебал, ты по мне там стрелять. Отлично. Я не с того места начал собираться просто. Так, на синий вот на этот, наверное, можно? А, нифига. Тогда еще раз пробуем. Так, теперь на этот камушек залазим. Да ёп. Кипалки. Ну. Чё, нифига? Да ладно, не говорить только что я застрял, эй. Так, смотрим. Давай, давай. Так. Ну ты чё? Я застрял. Охренеть. Давай, 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 давай. Так.
Как я сюда вообще попал, а? Придется себя подорвать. С контрольной точки придется начать. Блин, я потому что... Надо посмотреть вообще, с какой стороны там залазить. Мы нашли лифт. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. Блин, я... А точно мне надо наверх? Я думаю, да. Лифт не работает. Наверное, нет электричества. Так, может быть, мне вот сюда вот надо? Надо от падших избавиться для начала, чтобы они не мешали. Вон там еще один. Опа, какой-то фиолетовый, у него что-то надо забрать. Так, 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 летим вон туда. Ну давай. Да, зря, наверное, сюда полетел, ладно. Меня здесь завалит, блин. На тебе по шарику, блин. Вон он. Поножны какие-то. Да, отлично. Немножко не туда кинул. Стреляет, а? Ага, вот он ты. Есть, убили прислужника, электричество включилось. Ага, я, блин, полз, офигеть. Свой усилитель получу. Надо всего лишь было убить прислужника. Вот они маневренные, блин. Какой-то ствол получил дополнительный. Все. Прощайте, ребята, вы меня не достанете уже, все. Эх, там он кто-то сверху. Нифига не тут. Самому, блин, не свалиться. О, сопровождение. Беспилотное. Все.
Наступило спокойствие. Походу, да. Так, лифт останавливается. Я выхожу на волю. Хоторн, мы выбрались из рудника, идем к тебе. Поторапливайтесь, надо закончить с настройкой сети связи. Бежим. И спасибо за помощь. Ты не так уж плох. Ничего, обращайся еще. Я стражу воображалы. Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. Вернулись? Кажется, Луис мне проспорил. Ну что, проверим, работает ли? Так, если я ничего не напутала. Есть входящий сигнал. Стражи, город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем вас на Титане. Не теряйте мужество. Завала жив? Если мы выдвинемся сейчас? Даже не думай про Титан. Беженцы все прибывают. С одной стороны у нас Красный Легион, с другой Падший. К нам вернулись способности. И чтобы вернуть наш город? Вашего города нет. Хоторн, мы вернемся. И не одни. Найти меня будет нетрудно. Немало времени, если просто убьешь меня. Ты удивительно мало говоришь для того, кто зовет себя глашатаем. Мы узнали, что один из твоих стражей вернул себе свет. Но ты утверждаешь, что у тебя нет власти над странником. Тогда как? Помоги мне понять, глашатай. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. А странник сам защитит себя. Странник. Многие годы я изучал его, миры, которых он коснулся. Его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные, твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим. Я видел таких. С малого начал. Малым и закончишь. Если странник и правда выбрал человечество по собственной воле, тогда ничто не помешает мне проникнуть в самую его суть, вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему в прах. Только те, кого избрал странник, перерождаются в свете. Да, это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. Странник выберет меня, глашатай.